Важное событие состоялось на Учебоксарской школе номер 11. Здесь торжественно открыли первый в республике кадетский класс по направлению ГИБДД. Идея создания профильного кадетского класса принадлежит Новочебоксарскому отделу ГИБДД. Предложение поддержали на республиканском уровне. В преддверии выполнения, наверное, всех национальных проектов мы говорим, что о безопасности дорожного движения, прежде всего, это чтобы люди не погибали. И это правильно сегодня воспитание уже начинается с малых летних детей. И первый класс, который сегодня открыт в Новочебоксарск, для нас это весьма очень почетно. И личный состав госавтоинспекции республики не останется в стороне, потому что мы будем постоянно принимать участие во всех профилактических мероприятиях с этим, значит, кадетским классом. Мы будем приглашать и в город Чебоксары на слет юных инспекторов дорожного движения, который в преддверии предстоит уже в мае месяце. Для нас это очень сегодня здорово. Спасибо всем. Представители правоохранительных органов отметили, что 11-я школа выбрана не случайно. Здесь большое внимание уделяется вопросам обучения школьников основам дорожной безопасности. Второй кадетский класс будет проходить углубленное изучение правил дорожного движения. Юные кадеты, а это 30 мальчишек и девчонок в торжественной обстановке, приняли присягу. Теперь им предстоит начать обучение уже в новом для себя статусе кадета класса ГИБДД. Шефство над кадетами взяло и городской отдел МВД. С сегодняшнего дня на нас возлагается дополнительная обязанность в обучении наших детей, кадетов. До этого мы, значит, у нас таких обязанностей не было. Конечно, мы везде, во всех школах принимали участие в воспитании, в профилактике правонарушений, в профилактике преступлений. Однако с сегодняшнего дня мы принимаем на себя обязанности для того, чтобы их воспитать, значит, сильнее, умнее, лучше, мужественнее, чтобы большой, значит, путь они, значит, выросли настоящими мужчинами, настоящими дамами. Юных кадет окропили святой водой. Ребята для гостей спели песни и станцевали. Впереди кадетов ждут новые занятия и новые успехи. Желаем им удачи. Ольга Лазарева, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.